Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал в видео «Завораживающий русский», где мы говорим о самых редких, интересных словах русского языка. Как у вас дела? Надеюсь, что все хорошо. Если у вас сейчас есть свободное время, извините, очень солнце яркое на меня, если у вас сейчас есть свободное время, я вам рекомендую мой клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных, где вы можете смотреть видео и слушать подкасты каждые 5 дней. А сегодня у нас новое слово, слово, которое мне очень нравится. Это слово «целеустремленная». Я хочу сегодня вам дать женский вариант «целеустремленная». Целеустремленная. Он целеустремленный, она целеустремленная, они целеустремленные. Это слово, здесь два элемента. Есть слово «цель» и глагол «стремиться». Цель и стремиться. Цель – это что-то, что мы хотим получить. Да? Цель, например, моя цель – сдать экзамен по русскому языку. Или моя цель – поехать в Россию. Или моя цель – стать учителем, например, английского языка, испанского языка. Да, это моя цель. И цель – это женский род. Она – моя цель. И стремиться – стремиться к чему-то. Значит, все делать, много делать, чтобы получить что-то, да, целеустремленный. Я стремлюсь к успеху, то есть я хочу получить успех. Я стремлюсь к тому, чтобы стать учителем языка. И целеустремленный – это человек, который, когда у него или у нее есть цель, он или она все делает, чтобы это получить. Целеустремленный человек. Я вообще немного фаталист. И я думаю, что если человек целеустремленный, это не значит, что он лучше, чем человек, который не целеустремленный. Это просто разные характеры. Да? И раньше я думала, что вот... Я, в принципе, целеустремленный человек. Если у меня есть цель, я буду идти. Например, я очень долго не умела кататься на велосипеде. И я научилась кататься на велосипеде 2 года назад. Я пошла в школу специальную для взрослых людей. То есть не для детей, а для взрослых людей. И это было очень трудно, но я научилась. И я думала, что если человек не мотивированный, я могу ему помочь быть мотивированным. Но если человек не целеустремленный, он не целеустремленный или она, поэтому это трудно. Вот. Поэтому иногда нам повезло, мы целеустремленные. Иногда нам не повезло, мы не целеустремленные, но мне кажется, можно быть счастливым. И иметь друзей и семью, тоже если мы не целеустремленные. Вот так. Вот, а вы, дорогие друзья, вы целеустремленные? Напишите, мне интересно знать. И как вы думаете, это хорошее качество? Целеустремленность. Как вы думаете, это хорошее качество быть целеустремленным? Вот такое короткое видео, короткое, но важное слово. Повторите его много раз. Это хорошо использовать новые слова, когда вы говорите по-русски. Я вас приглашаю на мой сайт. Покупайте книги, транскрипции. Приходите в мой клуб «Русская дача» и смотрите упражнения на перевод. До скорого! Пока-пока!